Министерство образования и науки Республики Бурятия и выставочная компания «Байкал-Экспо» представляют ежегодную выставку образовательных услуг «Образование, профессия, карьера 2022». В физкультурно-спортивном комплексе «Аншлаг» студенты, абитуриенты и их родители выбирают учебное заведение. Узнать свои сильные стороны и найти применение талантам попробуем и мы. Let's go! Я предлагаю вот каждому, смотри, портрет каждого человека. Я знаю о человеке все абсолютно. Даже говорю, цвет плавок даже знаю у каждой женщины. Это все на уровне науки. Вот посмотрите. То есть этому может обучиться любой? Нет. Я этому учился 25 лет, и я сейчас работаю на уровне мага. Это симуляторы, на которых можно отработать навыки, на которых тренируются наши студенты. О чем говорят твои белые ногти? Я, секса не было месяца три. Ну что, угадал? Смотри, черная твоя говорит о чем? О том, что ты хочешь доминировать. Твой тип называется стерва. Это очень страшно. О, пошло. Сейчас мы попали в вену, значит, кровь набирается. Все, теперь можно вводить. Вводить обратно. И потихоньку так. Интуитивно, этически, это называется Дон Жуан. Он девушек провожает только до трамвая. Это наши студенты изготавливают под присмотром преподавателей по оригинальной рецептуре. Что тут делает собака? Я учусь на третьем курсе направления зоотехния и кинология. В этом году мы приобрели для себя собак, и вот сейчас, в данный момент, мы с ними занимаемся. В нашей выставке принимают участие более 35 как высших учебных заведений, так и средних специальных учебных заведений из различных регионов. Красноярск, Новосибирск, Томская область, Забайкальский край, Республики Бурятия. И рады приветствовать два высших учебных заведения с наших соседей Монголии. Также присутствуют компании, которые занимаются профориентацией. Можно проверить, на что ты способен, как бы пройти все тесты и так далее, исследования, получить какой-то результат. Я привезла сюда детей, 11 класс, мы с ребятами все просмотрели, хорошо рассказывают о своих учебных заведениях представители и, конечно, очень много информации. И плавки, если она влюбляется, у нее плавки красные, видишь? Что за костюмчик у вас тут висит такой? Мантия магистра. В реальной жизни мне это не светит, доучиться бы на бакалавра хотя бы. Мне идет быть образованной. Если вы не попали на выставку сегодня, не расстраивайтесь. Узнать, на что вы способны, можно и завтра, 3 ноября. Ну а мы, пожалуй, останемся учиться на факультете журналистики. С вами была Екатерина Быкова, Кирилл Мешков, телекомпания АТВ.